Нужно создавать Россию, а не поносить ее. Привет, меня зовут Даша. Сегодня я традиционно отчитываю все прочитанное за июль месяц. И начну я вот с такой книги. «Моя сестра живет на каминной полке». Автор у нас Аннабель Питчер. Начинающий, так поняла, автор и очень удачно начинающий. Немножечко книга перекликается с нашумевшим бестселлером Элис Сиболт «Милые кости». Только если ты в курсе сюжета, то напоминает он... Помнишь, у главной героини «Милых костей» был младший брат? Так вот, книга немножечко является взглядом того младшего брата на эту всю ситуацию. Но все-таки не надо путать, это не продолжение, и это не тот самый младший брат. История совершенно другая, просто в чем-то перекликается. Очень добрая, искренняя книга, трогающая за живое. Я рыдала не менее получаса, когда закончила ее читать. Не помню, чтобы я вообще в жизни так плакала. Михаил Задорнов, «Князь Рюрик». Поэтому коточки подходит. Недаром я боялась браться за эту книгу. С самого начала Задорнов начинает жаловаться на критику, на людей, которые не принимают его точку зрения, которую он читает, конечно же, единственно верной. Не пойми меня неправильно. Задорнов умный мужик. Я его уважаю. Когда он снимал свой фильм «О князе Рюрике», я была из тех людей, которые ему подбрасывали небольшую денежку в поддержку. Однако, вот-вот, слово «уважаю» я начну употреблять в прошедшем времени. Потому что эта книга очень здорово в моих глазах уронила Задорнова. Он превратился из мудреца и сатирика в подобие тех бабушек, которые сидят у подъезда и в негативном плане обсуждают всех, кто проходит мимо них. Собственно, вся книга является сплошной жалобой на тупых людишек, не способных осознать, принять точку зрения великого Задорнова и жалобы на правительство. При этом то, что сообщает нам Задорнов, ничем не подкреплено. Единственное, в предисловии он упоминает парочку фамилий и дает сноску, внимание, не на книги, на сайты, который может создать кто угодно и подписаться каким угодно именем. Да хоть от имени матери Терезы сайт создать. Единственная часть книги, которая мне более-менее понравилась, это там, где в художественном плане повествует нам о том, как призывали все-таки Рюрика на царство. Я заметила крайнюю такую вещь в этой книге, не очень хорошую. По нескольку раз одни и те же абзацы повторяются просто слово в слово. Такое ощущение, что Задорнов составлял книгу из нескольких своих статей, ну просто все вместе сложил, а потом даже не перечитал. Вот такое складывается у меня впечатление. Мое мнение таково. Данная книга – напрасная трата и времени, и денег. Также я прочла свою любимицу Сесилия Ахерн, называется «Девушка в зеркале». Это сборник двух повестей, одного рассказа. Что мы здесь имеем? Так, первая повесть – это Герман Бенкс и писатель «Невидимка». На мой взгляд, самая впечатляющая повесть из этого сборника. Она такого вот мистического характера, стиля Ахерн, вообще постепенно удаляется в мистицизм. О чем же эта книга? Писатель – человек, миллионер,
мечтает написать книгу. Он уезжает в особняк, где жил его любимый писатель и творил. И написал там последнюю книгу, после чего он наложил на себя руки. Уезжает вместе с женой, и дальше начинается сплошная мистика. Потрясающий по своей увлеченности, мудрости и мистицизму повесть, которую ты боишься, она до такой степени живо описана, с таким погружением глубоким, что когда читаешь ее, боишься отойти от секунды, ой, от книги хотя бы на секунду. Потому что такое впечатление создается, что стоит только отойти от книги, и без тебя там что-то может произойти. Поэтому ты просто прирастаешь к этой повести и боишься от нее отойти, повторюсь. Вторая повесть, не менее замечательная, называется «Девушка в зеркале». Здесь я уже побоюсь что-либо сказать о сюжетной линии, потому что одно мое слово, и твое впечатление будет испорчено. Скажу только, что очень мне понравилась эта книга тем, что зеркало становится достаточно важной частью повести. А так как я сама с трепетом, с мистическим трепетом отношусь к зеркалам, эта повесть лично для меня очень близка, не знаю, как она будет тебе. И рассказ «Машина воспоминания» наименее из впечатляющих в этом сборнике, однако это ничуть не умаляет ее достоинств. Человек изобрел машину, которая помогает создать вместо старых воспоминаний, которые тревожат душу, новые. Я, конечно, немножко сейчас коряво объяснила. Это нужно читать самостоятельно. Только самостоятельно, Сесилия, как всегда, на коне и в ударе. Сесилия Архи, там не заканчивается радуга. Я уже неоднократно говорила об этой книге. Она также известна под названием «Не верить, не надеяться, любить». Я все хотела найти книгу с нормальным переводом. Мне все попадаются какие-то корявые. Вот, чтобы ты не брала эту книгу, перевод здесь вообще жуть. Переводила Эвелина Милинерская. А фамилия красивая. Но сама книга просто замечательная. Она меня вдохновляет очень сильно на написание писем, вообще на написание чего бы то ни было. Отлично, замечательно. Вообще, ну, об Акунинской книге «Любовь к истории», называется «Настоящая принцесса» и другие сюжеты, я уже имела честь тебе рассказывать, поэтому я просто оставляю ссылку и продолжаю дальше. Донцова. Кнопка управления мужем. Главная героиня Виола Тараканова. Ничем не примечательный сюжет. Я убийцу знала с самого начала, кто это. Поэтому для меня эта книга не принесла особого удовольствия. К тому же я заметила ошибку. Главное... имя одной из героинь звучит как Влада. А в конце это имя почему-то пишется уже как Лада. Ну, это, в принципе, не критично, наверное. Книга так, среднячок, но если ты любишь Донцову, то почти почему бы и нет. И в завершение я хочу тебе рассказать о книге Айзек Марион «Тепло наших тел». Когда я впервые услышала об этой книге, я сказала себе: Даша, это ведь так похоже на «Сумерки». Ну, смотри, два существа, из которых принадлежит к сверхъестественному миру, а другой человек, и между ними завязывается нечто большее, чем просто дружба. И кто-то из их окружения понимает эту ситуацию, кто-то не понимает. Они от кого-то спасаются бегством. Один из них становится вегетарианцем, и
весь свой и себе подобных к этому тоже начинает склонять. Они похожи с главных героев на представителей своей расы. Что-то напоминает, не правда ли? Однако это все-таки не 50 оттенков серого, это не плагиат, это просто немножко тугой взгляд. Ведь в свое время автор Гулливера впечатлился Робинзоном Крузо и на этой почве создал Гулливера. Но это совершенно две разные книги, которые вообще не похожи друг на друга. Здесь та же самая история, однако мне не совсем понравилась концовка. Там внезапно главная героиня делает открытие, что же должно было произойти, чтобы появились вот эти сверхъестественные существа, населили всю планету и почти истребили людей. Мне эта ее версия, мягко говоря, притянута за уши. Для меня она вообще ничего не объяснила. Но это ладно. Допустим, проехали. Но сама развязка истории, она слишком проста. И у меня сложилось впечатление, что у автора не то сроки поджимали, не то просто не терпелось закончить книгу. Но какая-то концовка получилась сжамканная, ускоренная какая-то вот. Она меня не удовлетворила, скажем так. Но книга замечательная. Пока я ее читала, я просто не могла от нее оторваться. До самого конца книги сохранялась интрига. Что же будет дальше, чем это все закончится? А это, на мой взгляд, один из многочисленных признаков хорошо написанной книги. А на этом у меня все. Я тебе желаю мудрости бесконечной Сесилии Ахерн по жизни, но несмотря на то, что я с тобой попрощалась, не торопись выключать ролик. Я хочу тебя кое с кем познакомить. А сама уйти. Пошли. Куда идем мы с Виточком? Большие-большие сигареты. Не расскажем мы о нем. О, нет, нет, нет. Мы идем. Вот, знакомься. Это моя мама, Лидия Федоровна. Прошу любить и жаловать. И кое-что она хочет тебе рассказать.